Итак, дорогие друзья, очередной случай в нашем костном клубе. Юнгоподобная адамантинома. Для того, чтобы поговорить о юнгоподобной адамантиноме, хотел бы сказать два слова о классической адамантиноме. Это опухоль, которая в основном описана в большеберцовой кости. Это опухоль, которая, как правило, возникает или развивается в диафизах длинных костей. Она распределена по протяженности кости с поражением кортикальной пластинки. Вот таким образом это выглядит на распиле. И также может возникать и мультицентрический рост при опухоли. И основной дифференциальный диагностический лист – это остеофиброзная дисплазия, фиброзная дисплазия. Ну, конечно же, и метастатическое поражение, но, как правило, это взаимосвязь остеофиброзной, фиброзной и дисплазии и адамантиномы – это основные моменты, о которых стоит помнить. Выглядеть адамантинома может самым разнообразным образом. Она может выглядеть как веретеноклеточная саркома, а может выглядеть как метастаз, поэтому дедифференцированная адамантинома даже иногда называется костным раком. Бывает, что она формирует вот такие цепочки и очень напоминает метастатическую эпителиальную опухоль. Бывает, что она формирует вот такие плоскоклеточные структуры, железистоподобные структуры. Для нее это очень характерно. И в свое время большое количество исследований проводилось методом электронной микроскопии, который по-своему, конечно, очень хорош. Сейчас в основном популярно применять иммуногистохимические методы, а электронно-микроскопическое исследование, мне кажется, незаконно забыто, потому что на самом деле это фиксированная ткань, такая, какая она есть на самом деле, и изучать ее, я полагаю, не менее интересно. Каким же образом пришло в голову оформить такой диагноз, как юнгоподобная адамантинома? Впервые с таким случаем я столкнулась на Нью-Йоркском костном клубе, и тут есть несколько моментов, о которых хотелось бы особо сказать. Это первое упоминание было в 1980 году, 20-летний пациент с литическим очагом в области проксимального луча. Дифференциальный диагноз – гигантоклеточная опухоль, хондробластома, светлоклеточная хондросаркома. И при микроскопическом исследовании вы видите, что это опухоль из цепочек мелких гнезд, из мелких клеток. Совсем это не похоже на, ну, практически ни на что. И вот такая мелкоклеточная структура в результате сформировала вот этот дифференциальный диагностический лист адамантинома. И с другой стороны это метастаз, либо почки, либо эндокринной какой-то структуры. Эти изменения были уже в литературе описаны. И дальше, вот опять же, на что хотелось бы мне заострить ваше внимание, обратите внимание, что в 80-м году это было трехзначное число, номер случая, а дальше это 2000 год и уже случай номер четырехзначный. Так вот, это описание того же самого больного через 20 лет на том же самом Нью-Йоркском костном клубе. Это напоминание о том, как эта опухоль выглядела изначально, а вот это то, как она выглядит через 20 лет. И эта опухоль в 81-м году, когда была удалена, когда был удален фрагмент лучевой кости и как она выглядела микроскопически. А вот это то, как она выглядела через 20 лет. И вы видите, что гистологическая структура идентична. Опять же, это цепочки из мелких клеток, разделенные тонкими нежными соединительно-тканными септами.
диагноз костного клуба, поздний рецидив Юинга-подобной адамантиномы. И вот услышав такой случай, когда у нас в клинике возникла такая ситуация, я об этом вспомнила, и в том числе и электронно-микроскопические исследования нами были проведены. Итак, наша пациентка 39 лет, которая на протяжении многих лет, вот в данном случае 7 лет, обращала внимание на какие-то на неудобства и неярко выраженную симптоматику в нижней трети левой голени. Но в течение последних 6 лет эта симптоматика резко ухудшилась, появилась боль, появилась припухлость и была обнаружена при лучевом обследовании опухоль в дистальном отделе большеберцовой кости с мягкотканным компонентом, с признаками миксоидности в матриксе. Вы здесь видите изображение Т2 и Т2 с жироподавлением и Т1, также магнитный резонанс. Аксиальные срезы Т1, яркий сигнал Т2 и Т2 с жироподавлением. Четкий опухолевый узел, разрушающий кортикальный слой, незначительный мягкотканный компонент с миксоидным компонентом в матриксе. При гистологическом исследовании это пункционная биопсия. Вы видите разрушенные предсуществовавшие костные балки, и вы видите поля из мелких клеток, гиперхромных, с округлыми ядрами, разделенными нежными соединительно-тканными перегородками. При большем увеличении тоже поле зрения. Фиброз, в этот фиброз зажаты опухолевые клетки, незначительно выраженный краш-феномен. И вот когда присмотреться на эту опухоль при большем увеличении, то вот эти вот цепочки из мелких клеток и нежные соединительно-тканные перегородки, сходные по строению с тем случаем, который мы описали, который мы представили вашему вниманию из Нью-Йоркского костного клуба. Опухоль монотонная, клетки идентичные, однотипные. При микроскопическом исследовании с маркерами, с антителами выраженная положительная экспрессия при реакции с цитокератинами, с коктейлем цитокератинов и с различными цитокератинами. Не совсем мне понятно, почему маркер CD138 в данном случае позитивный. И маркер INI1 также экспрессия частично ядерная, частично в цитоплазме опухолевых клеток. Итак, предложим диагноз Юинга-подобная адамантинома. Пациентке изначально была выполнена операция с замещением дефекта при открытой биопсии костным цементом. После этого осложнилось заболевание нагноением и был предложен вариант с промежуточным этапом, был установлен спейсер. Вы здесь видите боковую прямую проекции. И далее был изготовлен индивидуальный протез и установлен благополучно, без каких-либо осложнений. В настоящее время отдаленный результат 22 месяца без признаков рецидивов или продолженного роста. Что же нам хотелось бы в результате этого сообщения
на чем остановиться и что подчеркнуть. Если мы говорим о адамантиноме, то, конечно же, это прежде всего большеберцовая кость, но, возможно, и бедренная, и, возможно, и локтевая, возможно, и лучевая, но в основном это длинные кости скелета, что для этой опухоли характерен эпителиальный компонент, что она может выглядеть самым разнообразным образом, миллиарды имеет обликов, но вот этот эпителиальный компонент и характерная реакция с цитокератинами для адамантиномы – это важный признак. Дифференциальный диагноз, конечно же, с фиброзной дисплазией и остеофиброзной дисплазией. Адамантинома может протекать по двум, как бы, путям. Она может сдвигаться в сторону доброкачественного образования, в том числе в сторону злокачественного, и тогда она становится дедифференцированной, и тогда ее даже иногда называют вот этим костным раком. Ну и, конечно, нужно ее дифференцировать с метастатическим поражением. Кратко все. Я думаю, что случай чрезвычайно интересный. Но особо мне хотелось бы подчеркнуть, что в нашем костном клубе это случай номер 50, а в Нью-Йоркском костном клубе на 1980 год это было трехзначное число, на 2000 год это было четырехзначное число. Сейчас количество случаев приближается к 3000, поэтому нам есть куда стремиться. Огромное спасибо за внимание.